контрольная программа в женском одиночном катании. Впереди выступление 24 фигуристок. Основная борьба за медали, понятно, развернется в заключительной четвертой разминке, где на лед выйдут Кира Корпи, наша Алена Леонова, Елена Гедеванишвили, Каролина Костнер, наша Ксения Макарова и Виктория Хельгессон. Именно в таком порядке сильнейшие будут выступать в заключительной четвертой разминке. Ну, а начинает выступление в произвольной программе швейцарская фигуристка Роми Бюхлер. Она для своей произвольной программы выбрала музыку Иоганна Штрауса из «Досадное падение», выбрала музыку из оперетты «Цыганский барон». В произвольной программе фигуристки должны выполнить 7 прыжковых элементов. Имеется в виду отдельные прыжки и каскады прыжков, комбинации прыжков, 3 вращения и 1 дорожка шагов. А многим, для многих еще одна серьезная задача, я в частности имею в виду фигуристку, которая сейчас на льду, это физически выдержать довольно сложную программу и, что называется, не умирать в конце, когда сил уже совсем не остается. Роме Бюхлер 17 лет, она уже выступала в прошлом году на чемпионате Европы в Берне, заняла там 16 место. И, кстати, ее лучший результат в произвольной программе, ее личный рекорд был показан именно там, в Берне, 77,91 балла. Прямо скажем, результат не очень высокий. Ну что ж, вы знаете, девушка оказалась с характером. После того,